мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Здравствуйте, уважаемые дети! Здравствуйте! Сегодня мы с вами проводим праздник, посвященный Дню Победы. Этот день, он не просто великий, он не просто священный, он не просто единственный уникальный день в году, не просто неповторимый, он настолько, можно сказать, мистически волшебный, что это надо прочувствовать всей своей душой. Почему? Потому что наши деды, ваши деды и прадеды, наши с вами деды и прадеды, встали на защиту нашей Родины, нашего народа в 1941-1945 году и победили нацизм, победили фашизм тех людей, которые нас с вами хотели просто изничтожить как людей. Просто за то, что мы с вами люди. Живем на этой земле. И они нас с вами, наших дедов и прадедов, ваших бабушек и прабабушек, хотели просто уничтожить. И поэтому, потому что они победили, потому что они, потом у них были дети, это внуки, правнуки, это вы сегодня живете, это ваша жизнь сегодня. Потому что есть сегодня, потому что они тогда победили, потому что они не сдались, потому что они соединились, потому что они сплотились, потому что они стали грудью, душами на защиту нашей с вами Родины. И именно этот их подвиг сегодня привел нас к тому, что мы можем праздновать этот День Победы. Вы можете ходить в школу, можете учиться, трудиться, стремиться, заниматься спортом, там развиваться всячески в нашей свободной стране. И это стало благодаря тому, что этот День Победы был тогда, и каждый день, каждый год мы должны об этом помнить. Мы должны помнить тех дедов и прадедов. Но мы не должны забывать, что перед этим Днем Победы была величайшая история нашего народа. Это 1242 год, Александр Невский, когда он победил крестоносцев по Ледовому побоищу. Это Куликовская битва, 1380 год. Это Дмитрий Донской, это Минин и Пожарский, это 612 год, когда поляки здесь были и тоже точно так же нас пытались поработить и уничтожить. Это потом множество побед Александра Суворова, Кутузова и так далее, 812 год. И множество побед наших дедов и прадедов, которые передали нам с вами эту богатейшую историю. И все эти победы, они сегодня соединились в каждом из вас, в каждом вашем жизни, в каждой вашей вот деле. Эти победы сегодня вы несете в своей жизни. И это надо помнить. И ветераны, которые, к сожалению, уходят из жизни, они не только на День Победы, их надо помнить. Их надо помнить каждый день, каждое ваше вот событие, понимать, что оно не только имеет богатейшие корни, вот как дерево на природе имеет корни, и поэтому оно растет. Так же и ваша жизнь. И вы, имея эти корни, обязаны и можете давать большие светозарные плоды. Это ваши пятерки, это ваши успехи, это ваши победы, здоровья и счастья. Вот, да, вот такое примерно смысл этого праздника, чтобы его прочувствовать. Спасибо большое. Праздник. Это 9 мая. Мы решили провести формат того, что каждый из нас подготовил рассказ о своем предке, который участвовал в этой великой войне. Чтобы мы с вами прочувствовали, что эта война, она была
затронула каждую семью. И с одной стороны, очень хорошо, что дети нынешнего поколения, они не понимают, не знают, что такое война. Но помнить своих предков особенно, как они воевали, какой ценой была эта победа, мы должны. Давай, Диана. Рассказ ветеран. Я, ребята, на войне в бой ходил, горел в огне, мерз в окопах под Москвой, но, как видите, живой. Не имел, ребята, права я замерзнуть на снегу, утонуть на переправах, дом родной отдать врагу. Должен был детей от мамы, хлеб растить, косить траву. День победы вместе с вами, видеть небо синее, помнить всех, кто в горький час сам погиб, а землю спас. Я веду сегодня речь, вот о чем, ребята. Надо родину беречь, по-солдатски свято. Для пехоты, мины закладывает, правильно, мосты строит. Вот кто сапер такой. То есть это очень важная работа на войне. На дорогой лиц. Вблизи деревни.
близнецы, где и похоронен в братской могиле. Описание подвига. При выполнении боевого задания по постройке моста на реке Друдь в нейтральной зоне в районе южнее деревни, близнецы в ночь на 21 июня 1944 года противник особенно сильно обстреливал район, работ огневые налеты следовали один за другим через каждые 5-10 минут. Ефрейтор Дмитриченков работал на строительстве моста, не обращая внимания на смертоносные осколки. Градом падавшие вокруг, разорвавшиеся совсем рядом мины, смертельно ранит ефрейтора Дмитриченкова. Он погиб на боевом посту на своем героическим трудом, своем презрением к смерти. Обеспечил строительство моста ранее срока, по которому скоро прошла победа. Описание подвига. Это из наградного листа, наверное, да, у тебя? Давай, из наградного листа, молодец. Это из архива все поднял, молодец. Семью, наверное, все семью собирают, да? С мамой, с папой сидим? Хорошо, когда вся семья дружно вспоминала своих дедов, прадедов. Наградной лист. Там целый документ готовится, внизу подписывается. Да, это выдержка из наградного листа. В наградном листе вот этот подвиг описывается. Там ее подписывают майор, генерал, полковник, и потом присваивают ее какую-то вот, там, награду или звание. Вот это весь наградной лист, все правильно. Кто там такой, фамилия, милость, где родился, где призывался, вот все правильно, молодец. А секретные данные, как бы, заштрихованы. Каждый можете о своем деде вот, поднять исторический материал из архива. Часть из них сейчас доступна через интернет, часть доступна, если вы напишете в исторический музей, запрос пошлете официальный. Орден Отечественной первой степени. Посмертно награжден орденом Отечественной войны второй степени. Хорошо, что не годится. Переносит из
потерь. Ну да, это вот в записи есть журнал боевых действий. Это значит, что твой дедушка, видимо, до этого момента жил, жил потом. Здесь он отмечен, что он погиб. Семья долгое время находилась в оккупации. Немцы собирались зажечь жителей деревни в амбаре на парке. Но партизаны вовремя освободили их. Вот видишь, партизан освободили родителей. Соответственно, кто-то остался жить. А кто-то остался жить, соответственно, ты родился, понимаешь? Вот, все, вечная память, все правильно, память. Понимаешь? То есть пришли на помощь партизаны и спасли очень много людей. Кто-то на фронте воевал, кто-то в тылу, кто-то в партизанах был, кто-то разведчиком был. Вот памятник. Кто-то шофером работал, может быть, боеприпасы возил. Кто-то ужас оккупации пережил. Я туда ехал. То есть они были. Ты ездил туда? Да, и видел, где мост вот построен. Вот. Там вот здесь два таких столбика и такое. Да, вот отлично. Видишь, этими руками твой дед добыл тебе победу, тебе твою жизнь сегодня добыл. Представляешь, как это важно знать? Пережил войну, да? Да. Мой прадедушка родился и вырос в многодетной семье. Когда началась война, ему было всего 16 лет. На фронт его не взяли, так как ему еще не исполнилось 18 лет. И он пошел работать на завод, где шили обувь солдатам и отправлялся на фронт. По достижению 18 лет его призвали в армию. Так наш прадедушка стал солдатом боевых действий. За участие он получил орден Отечественной войны. Спасибо вам огромное за наше счастье, счастливое мирное детство. Молодец. Яков Иванович. Мой прадед был связистом. Он возобновил связь под обстрелом под бревном. За это ему дали орден славы.
дедушка. Он дошел до Ленинграда, там в бою ему оторвало ногу. Я хочу поблагодарить своих двух дедушек за победу. Молодец. Прадедушка Афонич Иван Филиппович, маме дедушка по маминой линии. Он родился 1924 года. Во время войны он работал авиатехником. Ранен был в 1944 году. То, что написано на сайте Монреал, это неправда. Он с пулей в позвоночнике прожил до 1982 года. Прабабушка Лазбинева Афоничева Елена Захаровна. Мамина бабушка по маминой линии. Родилась в 1928 году. Во время войны ей было 13 лет. Она работала ветераном труда. Она помогала детям, которые оставались одни, и пожилым людям. Прабабушка Иванченко Ефремова Анна Даниловна. Родилась в 1922 году. На момент начала войны ей было 19 лет. Ее забрали в плен в Германию. Она там выполняла приказы в Германии. Прадедушка Ефремов Павел Ефимович. Мамин дедушка по папиной линии. Родился в 1922 году. Годы войны служил десантником. Через некоторое время его взяли в плен и отправили в Германию, где они и познакомились с моей бабушкой. Когда закончилась война, их освободили, и они приехали в Россию. Шилов Александр Васильевич участвовал в параде 7 ноября 1941 года. Оборонял Москву. Служил на Центральном фронте. Был в военной разведке. Был командиром крупного взвода. Награжден орденами и медалями. Запорожец Мефодий Андреевич. Участвовал на Западном и Первом Белорусском фронте. Тоже оборонял Москву, освободил Варшаву, захватил Берлин и Сталинград. Там Кёнигсберг написано. Да. Взял Кёнигсберг еще. Потом служил в СМЕРШе. Награжден орденами и медалями. За колодяжный Николай Михайлович прошел финскую, гражданскую Великую Отечественную войну с Японией. Награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Берлина, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией, за победу над Японией, за освоение целины. То есть, получается, этот дедушка 4 войны прошел? Пошли воевать. Винтовку, которую ему дали,
было выше его роста. Сперва он попал в пехоту, были долгие переходы пешком, бои, отступления. И потом переломный момент, и наши войска пошли в наступление. Дедушка в 19 лет уже считался опытным бойцом, и его привели в разведку. Они часто ходили за линию фронта, логово фашистов, и всегда возвращались или с ценными документами, или с пленными. Дедушка был награжден многими медалями, но больше всего он ценил одну – за боевые, за заслуги. Она спасла ему жизнь. Осколок от гранаты целился ему в грудь, но угодил в медаль. Эта медаль до сих пор у нас в Сумятине. В 1944 году дедушку перевели в десантники. Форсировали реки, завоевали города в Венгрию, Румынию, Австрию. Лежал в госпитале на озере Балатон. В мае 45-го года они вступили на землю Германии. Войска их повернули на Прагу. Войска фашистов очень сильно сопротивлялись. 11 мая убили его друга, с которым он прошел всю войну. А вечером они узнали, что немцы капитулировали и пришла благодарная победа. В левом верхнем углу брат моей прабабушки, Усачев Михаил, он прошел всю войну и встретил победу в Берлине. В правом нижнем углу племянник прапрадедушки Степан Алексей Федорович. Он также прошел всю войну и дошел до Берлина. Внизу Гасов Федор. Сведения о нем, к сожалению, не сохранились. В центре фотобюро Советского Союза Конячин Григорий Иванович. Он единственный герой. У тебя дедушка герой Советского Союза? Да. Ничего себе. Он единственный герой Советского Союза в нашей деревне Куровской, Калужской области. Подвиг их заключается в том, что каждый день они шли в атаку, чтобы одержать победу над фашистами. Благодаря им мы живем под мирным небом. Подвиг их бессмертен. Молодец. Знаете, что в вашем классе учится внучка Героя Советского Союза. Правда. Внучка Героя. Прадедушка Шкаров Андрей Васильевич. О войне мой прадедушка узнал только в сентябре 1941 года, потому что 19-летний выпускник медицинского техникума был направлен в Ханты-Мансийский круг работать врачом. Где не было радио, ни постоянной связи. Сначала воевал в пехотной части фактуры, как санитар. Потом в 1943 году его перебросили в Орел, где он участвовал в знаменитом танковом сражении на Орловско-Курской дуге. Сражение длилось около 2 месяцев. Мы победили, а немцы потеряли 500 тысяч убитых и раненых. Прадедушка помогал раненым, выносил их с поля боя, но его ранило и контузия. Он потерял сознание и до вечера пролежал под солнцем. Его спасла медсестра, обходившая вечером поле боя в поисках выживших. У прадедушки началось заражение крови, но ему посчастливилось, его прооперировали. Оперировали только каждого пятого. Но он лишился полностью левой руки. Домой он вернулся инвалидом в 21 год. Начал работать врачом, единственным в селе. После несчастного случая с девушкой, которой он не смог помочь, сделал
сделать полную перевязку. Отказался от работы врачом практика. Выучился и впоследствии стал главным санитарным врачом города и возглавил медицинский институт. Бабушка Шарабарова Софья Александровна. Когда началась война, бабушка только закончила медицинский институт, и ее сразу отправили на фронт под Новгород. Ее, где она работала медиком в госпитале. Вскоре прабабушка контузила ее, где мобилизовали. После войны в Усть-Каменогорском медицинском институте в Восточном Казахстане она познакомилась с прадедушкой, впоследствии они поженились. Братья Шарабаров. У моей прабабушки было трое братьев: Павел, Николай и Константин Александрович Шарабаров. Каждый из них участвовал в Великой Отечественной войне. Вернулся только один из них. Константин Александрович погиб еще в 1941 году, был пехотцем. Больше о нем ничего не известно. Павел Александрович был танкистом, храбро сражался, дошел до Польши, погиб 28 января 1925 года. Николай Александрович был артиллеристом. В числе первого октября 1943 года с группой разведчиков переправился через реку Днепр и захватил языка. В бою за переправу через Днепр заменил погибшего командира и активно участвовал в главе подразделения в отражении вражеских контратак. Указом президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за особое выполнение боевых заданий, командование и проявление при этом мужества героизма ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Звезды. Молодец. Одно как бы пожелание не пехотцам, а пехотинцам. Пехота – это царица полей. Они волнуются. Да, понимаю, что он, ну, запомни. Пехота. Сидит за баранкой машина девчонка.
человека, который сохранил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. Молодому поколению важно осознать, какой ценой досталась победа. Знать не только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, но и для того, чтобы принять от них эстафету великой ответственности за судьбу своей отчизны, своего поколения. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.